Здравствуйте, это спортивный телеканал ITV. Меня зовут Юлия Смирнова, и сегодня мой собеседник – это Василий Мосин, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Юлия. Вы являетесь также послом Универсиады. Расскажите, как вот вам вообще проводить и встречать соревнования такого уровня, и как преобразилась Казань вот во время студенческих игр? Казань преобразилась до неузнаваемости. Мы наконец-то получили... Мы, я имею в виду казанцы, а не послы Универсиады. Мы наконец-то получили город своей мечты. То есть город, который чист, который улыбчив, в котором нет мусора, в котором открыты все дороги, в котором четко организовано движение транспорта, и люди на улицах улыбаются. Это очень здорово. Это большая пропаганда спорта, и как вы считаете, поможет ли это привлечь в любые виды спорта, в том числе и в стендовую стрельбу, много молодых ребятишек, детей? Абсолютно, абсолютно. Проведение такого фестиваля именно в Казани, у нас в республике, это большой прорыв не только для республиканского спорта, а для всего спорта российского. И вы знаете, энергия самая высокая. То есть буквально я вернулся сегодня ночью в Казань и наблюдал за Универсиадой как бы сначала со стороны, скажем так, по сообщениям информагентств, по звонкам из дома, потому что телевидение невозможно было смотреть. Достаточно сказать, что церемония открытия, их в моей жизни было 3, это Олимпиады. То есть мне есть с чем сравнивать. Это было что-то грандиозное. Большое спасибо организаторам. Большое спасибо нашей Родине за то, что такой праздник, по сути, подарили нам. А за выступлением каких спортсменов вы следите? Разумеется, за сборной России по стендовой стрельбе. А какие виды спорта еще вам нравятся, и вы контролируете их? Мне нравится весь спорт, который представлен на Универсиаде. И любой спортсмен, выступающий за Россию, это самый настоящий кумир для меня сейчас, для моей семьи. Мы поддерживаем всех, болеем. Кричим, не выключаем телевизор, смотрим внимательно, считаем медали. Все здорово. Виталий Мутко в каком-то из интервью сказал то, что спортсменам, которые завоевали золотые медали, 168 тысяч рублей. И плюс к этой сумме из бюджета Татарстана, из бюджета города будет выделена тоже определенная сумма денег. Как вот считаете, это разумно? Ну, я не думаю, что кто-то из ребят откажется от таких призовых. Это не основная мотивация, безусловно, для них. Но это хорошая прибавка к стипендии. Для студента деньги тоже на дороге не валяются. Многие работают в национальных сборных командах, то есть своих государств. И то же самое у нас происходит. Это здорово. А вот по вашему примеру, что... выгоднее, что лучше получать, деньги или вещами, я имею в виду машину? Ну, не знаю. Безусловно, лучше, когда человек получает просто деньги, потому что он получает дополнительную свободу распоряжаться ими по своему усмотрению и приобрести там или машину, или квартиру, или просто себе что-то такое хорошее купить. А что сейчас с автомобилем, если не секрет? Где стоит? Автомобиль стоит на парковке Solar Plaza в салоне «Фаворит». Приезжайте, посмотрите, можете рядом с ним сфотографироваться. Вот, то есть выставлено на продажу, потому что моей семье нужны деньги. Понятно, спасибо вам большое. Желаю вам удачи и болейте за наших, за спорт, за Универсиаду здесь, в Казани. Всего доброго, спасибо. С вами был спортивный телеканал ITV и Василий Мосин.